сейчас находимся на кафедре легкой и пищевой промышленности. В продолжении нашей профориентационной деятельности среди школьников и наших будущих абитуриентов сегодня мы с вами познакомились с кафедрой легкой и пищевой промышленности. Очень популярно, очень кратко и емко в презентациях и в общении с преподавательским составом кафедры мы рассказали нашим будущим абитуриентам, что же в итоге такое легкая и пищевая промышленность, кого здесь обучают, как обучают и кем же в итоге выйдут наши выпускники. Благодаря кафедре легкой и пищевой промышленности вы можете попробовать себя в разных ролях: повар, кондитер, швея и стилист. Очень важно, что возрождается интерес к инженерным специальностям, и другие специальности будут востребованы как в Луганской Народной Республике, на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС. Сегодня я узнала многое нового. Для меня стало удивительным то, что выпускники этой кафедры могут участвовать в разных показах. В жизни каждого молодого человека всегда очень важно правильно сделать свои первые шаги. Наверное, каждого, не только молодого, но любого человека важно делать первые шаги в той или иной профессии, в том или ином деле, который они начинают. И вот сегодня появился шанс попробовать себя в профессии. Для ребят, конечно же, это очень важно, потому что они могут прийти, посмотреть, попробовать окунуться в эту сферу. И уже будучи студентами, как всегда говорить, я сделал правильный выбор, я пришел в Далевский университет.